Друзья, снова всем привет! В этом видео мы покажем вам, как запечь курочку в рукаве с мандаринами. Для этого нам понадобятся мандаринки, несколько штук, курочка, желательно домашняя, соль и рукав для запекания. Курочку тщательно вымываем и обтираем ее солью внутри и снаружи. Теперь очищаем мандаринки и разрываем на вот такие вот долечки. Одну мандаринку мы оставим и после уже в конце запекания мы польем этим соком курочку. Теперь мандаринки всовываем внутрь курочки. А также можете вот их поместить под шкуру. Теперь можно вот таким вот способом продеть голень в шкурку. Вот, и вот таким образом скрепить. Дополнительно можно еще зафиксировать зубочисткой или чем-то еще. Ну вот так вот сейчас мы стянем и зафиксируем. Теперь берем рукав для запекания. Отмеряем нужный размер. Завязываем на узел одну сторону. Отрежем. Теперь подвернем рукав, чтобы удобно было туда просунуть курочку. И аккуратненько ее пропихиваем. Берем противень, завязываем на узел в следующую сторону. Лишний рукав можно обрезать. Переносим курочку в противень. И, конечно же, не забываем сделать несколько дырочек в рукаве, чтобы рукав не раздулся и не лопнул в духовке. Помещаем курочку в заранее разогретую духовку до 200 градусов. Примерно на 1 час. Ребята, осталось 15 минут до завершения запекания. Сейчас мы вот эту вот мандаринку вот так вот пожмякаем, чтобы выдавить из нее сок. Вынимаем курочку. Обратите внимание, как рукав сдулся. Если бы не было бы дырочек, он бы просто лопнул в духовке. У нас такое уже было. Поверьте, звук очень сильный. А также можете заляпать всю духовку жиром. Теперь срезаем аккуратненько верх рукава. Все делаем внимательно и аккуратно, потому что выходит очень горячий пар. Делаем все не спеша. Для чего это делается? Значит, сейчас мы польем соком от мандаринки. И чтобы взялась корочка, чтобы курочка запеклась и сверху была вкусная хрустящая корочка. Берем мандаринку и вот так вот, выдавливаем сок. Еще можно сделать вот так вот. Собрать жирок, который постекал, и долить его сверху. И отправляем противень в духовку еще минут на 15. Ребята, ну все, курочка готова. Попробовали ножом ее. Прокалывается все отлично. Сейчас будем кушать. Отрезаем мой самый любимый кусочек. И сейчас, ребята, оценим эту курочку. Пробуем. Очень необычный вкус. Вам понравится. Класс. Ребятушки, пробуйте готовить по нашему рецепту. Все у вас получится. У нас очень много вариантов запекания курицы и с апельсинами, и с грушами, и с лимонами, и на соли, и на пиве. В общем, посмотрите, огромный набор рецептов. Оформляем подписочку, пишем свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.